твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. твойнефтекамск.рф. Школу, детский сад Воротково открыли 5 лет назад. Ее возведение под контроль брал сам президент республики и сам же открывал. Надежды на востребованность нового учебного заведения не оправдались. Школа, оборудованная по последнему слову, так и осталась полупустой. В этом году в ней обучается меньше 40 детей, хотя школа рассчитана на 70. Сказалась ли удаленность школы фактически более 5 километров от города или неудобный график движения автобусов, но родители охотнее отправляют своих детей в городские школы, хотя садик в этом же здании наполнен детьми полностью. И вполне возможно, это приведет к тому, что начальная школа уже через год может вновь стать востребованной. Неоднозначность ситуации и вынудила администрацию оставить все на своих местах. Начальная школа и коллектив будут работать, как и прежде, во всяком случае, следующий учебный год.